Первенство Дальневосточного округа по дзюдо прошло в Южно-Сахалинске. Для некоторых ребят, например, Никиты Ващенко, который завоевал серебро, это были первые выездные соревнования. Мне очень понравились соревнования такого плана. Я в первый раз поехал в Южно-Сахалин. У меня соперники были достаточно сильные. Вот я постараюсь в следующем году взять золото. Но в этом году я отобрался на всероссийские соревнования. Не только юноши. Особыми успехами гордятся после первенства по дзюдо школьницы. Не было равных на этих соревнованиях в Сахалинской области Софии Халтуриной. Когда-то на дзюдо ее привел папа. Я очень была рада выигрышу своему, потому что я очень долго боролась за свою победу. Настоял, чтобы пошла в дзюдо и папа Маша Агарковой. Вообще у меня было 4 схватки. Первую я сначала проиграла, потому что у нас была круговая. И потом 3 схватки выиграла. И получила 2-е место. Отметили успехи юных бурятских дзюдоистов не только местные тренеры. Республика Бурятия неплохо смотрелась. Я считаю, где-то и Хабаровский край. Хабаровский. Вот эти 2 региона могу выделить. Ребята, которые успешно выступили в Южно-Сахалинске, отобрались на первенство России. 5 апреля в Тюмени они попытаются завоевать путевки, чтобы попасть в сборную страны. Мария Латышева, Анастасия Пронькинова, Жаргал Цилиндашиев. Новости дня.